Во Владивостоке впервые прошел суперфинал «Локовалей 2023» среди юношей и девушек. Мероприятие развернулось в стенах главной спортивной арены края в спорткомплексе «Олимпиец». У нас большая честь принимать такой финал. Впервые в Владивостоке будет проводиться финал «Локоволей», который на протяжении 14 лет собирает лучших спортсменов со всех городов Российской Федерации и ближайших наших стран-соседей. И сегодня здесь представлены города Чита, Новосибирск, Белгород, Калининград, конечно, Владивосток. Сегодня вместе с нами принимает участие Донецкая, Луганская республика в этом турнире. Представители наших стран-соседей. Это, конечно, Республика Беларусь. Это Китайская Народная Республика, Республика Казахстан. Локоволей – это масштабное международное первенство среди детско-юношеских волейбольных команд, которое проходит уже в 14-й раз. В этом году в суперфинале встретились 18 сильнейших команд. По завершении турнира губернатор Приморского края Олег Кожемяка вручил кубок международного первенства по волейболу «Локоволей-2023» команде-победительнице из Китая. Вторыми стали волейболистки Калининградской области. Среди юношей в финале победу одержала команда Новосибирска, серебро у Казани. Отметим, по словам губернатора Приморья, в крае волейболом занимаются 6 тысяч человек. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.